Знание нескольких языков препятствует снижению памяти и умственной работоспособности. Владение двумя языками или по-другому билингвизм способствует задержке развития некоторых болезней, связанных с когнитивными нарушениями. К ним относятся болезни Альцгеймера, деменция, слабоумие и другие. Еще в 2015 году было установлено, что билингвизм может отдалить симптомы болезни Альцгеймера на 4,5 года. Новые результаты исследований Йоркского университета в Канаде подтверждают, что билингвы более устойчивы к нейродегенеративным изменениям, чем монолингвы. Многие родители по всему миру стараются воспитать детей билингвов. Преимуществ много. Двуязычие не только развивает гибкость мышления, но и приводит к более четкому пониманию разницы культур. Билингвизм завоевывает целые страны. Например, в Марокко многие учителя легко переключаются между арабским и французским, а в Индии сейчас говорят на более 400 языках, в Новой Гвинее на 800. В настоящее время проблемы, связанные с билингвальным и полилингвальным обучением, приобретают большое значение в последнее время. В республике появляется все больше школ полилингвального профиля. В этой связи возник большой спрос на учителей, которые могут работать уже в новых условиях и по-новому. Возник большой спрос на учителей иностранного языка нового поколения. Быть двуязычным значит иметь особенные когнитивные способности. У натуральных билингвов с детства формируется двойная картина мира, поскольку они усваивают социокультурные нормы, историю и менталитет двухязыковых обществ. Безусловно, огромное значение имеет языковая среда, в которой находится обучающийся. И один из языков будет вытесняться другим, поэтому огромное значение имеет постоянная поддержка. Создание среды в семье, создание обучающей среды. Необходимо отметить, что билингвизм не лечит болезнь, а лишь замедляет ее развитие. Но наш мозг меняется под воздействием нового опыта, а изучение языка – это наиболее доступный из них. Диана Желенкова, Фарид Захитоглы, Универ Ньюс.